Все начиналось в Таврической степи. Херсонская область, село Новотроицкое, откуда до Крыма в два раза ближе, чем до Херсона. Николай Багров родился в 37 году. Отец погиб на фронте под Керчью. Детей воспитывала мама. Это поколение, которое не смогла погубить Великая война и окрылила Великая победа. Это они создавали нашу культуру и науку. Они покорили космос. Ими руководила мечта о великих свершениях, стремление учиться. Ближайший вуз находился в Симферополе, Крымский пединститут. В 1954 году Николай Багров поступил сюда на естественно-географический факультет. Так началась новая жизнь. Атмосфера послевоенного возрождения превращала студентов и преподавателей в одну большую семью. Среди наставников-профессоров были уважаемые всеми Делемуре, Козин, Кострицкий, Твердохлебов. Перед Николаем Багровым открывались чудеса полуострова – Черное море и Крымские горы. Любовь к этим горам он сохранит навсегда и будет приходить сюда всякий раз, когда понадобится расставить мысли по местам, принять хладнокровное и взвешенное решение. Тогда же родилась привязанность Николая Багрова к его будущей спутнице жизни, одногруппнице Людмиле Романовой. А дальше была двухлетняя работа в Багеровской школе. Снова село, снова степь. Сердце стремилось к чему-то большему. И Николай Багров становится инженером Института минеральных ресурсов. 3 года производит геологические съемки Крымских гор. А в 1963 году возвращается в родной вуз. Он стал первым и лучшим аспирантом Ивана Трофимовича Твердохлебова. Блестяще защитил диссертацию в МГУ и начал преподавать. Жизнь сделала крутой вираж, когда ректор Переход рекомендовал Багрова на должность секретаря парткома. Смысл этого события станет понятен через десятки лет. Тогда, в 1969 году, будущий создатель Симферопольского госуниверситета Александр Переход открыл путь к великим свершениям будущему создателю Таврического национального университета Николаю Багрову. Впрочем, Симферопольский государственный университет в 1972 году создавался также при активной поддержке Багрова, который к тому времени уже возглавил отдел науки и учебных заведений Крымского обкома. Руководящие должности никогда не могли полностью оторвать его от жизни родного вуза. А эти должности требовали все больших напряжения и ответственности. В 1979 году Николай Багров стал секретарем, а в 1985 – вторым секретарем Крымского обкома. Это был период, когда советский Крым процветал и действительно был всесоюзной здравницей. Одной из обязанностей Николая Багрова стало общение с первыми лицами государства. Государство, которое остро нуждалось в переменах. И Багров с энтузиазмом воспринял идеи перестройки, а потом очень скоро разглядел убогость их реализации. Одна из жертв нового мышления – крымское виноградарство. Спасти винзавод «Массандра» тогда удалось благодаря твердой позиции Николая Багрова и его коллег по руководству Крыма. Спасали, хотя рисковали партбилетами. Активной позиции Багрова во многом обязаны мы и отсутствием потенциальной Фукусимы – Крымской АЭС, строительство которой свернули, несмотря на завезенное уже ядерное топливо. Был у Николая Багрова и московский период, когда с 1988 года он работал в ЦК КПСС, курируя Среднеазиатские республики и Казахстан. Звучали предложения стать вторым секретарем Компартии Украины. Но судьба вела его в Крым, где в 1989 году он станет первым секретарем обкома, потом председателем облсовета,
а в 1991 году председателем Верховного Совета Крыма первого созыва. В стране была эпоха смутных надежд и страшных разочарований. Ожили межнациональные обиды. В Тбилиси, Фергане, Душанбе уже пролилась кровь. Изменение статуса Крымской области было исторически неотвратимым. Но Багров, пожалуй, единственный, хорошо представлял не только настроение крымчан, но и бессилие центральной власти. Знал он и то, что неуправляемость процесса приведет к трагедии наподобие абхазской. Так преображение Крыма началось сверху, под руководством Багрова. Сначала добились невероятного. Провели первый в истории Советского Союза референдум, где крымчане восстановили Крымскую АССР как субъект Советского Союза. Потом добились невозможного. Убедили Верховный Совет Украины эту автономию признать. В 1992 году приняли Конституцию Крыма. Формально крымская автономия оставалась в составе Украины. Фактически имела права независимого государства. Крым участвовал в подготовке нового союзного договора, а позднее в переговорах по Черноморскому флоту. Во главе судьбоносных изменений стоял Николай Багров. В результате для одних он стал почти сепаратистом, для других – недостаточным патриотом. Багров понимал ситуацию лучше других. Для совершенной самостоятельности Крыму нужен был бюджет, больший в 50 раз. От России Крым откинуло разрушительными силами, которые раздирали страну. Багров сделал, что мог, чему не учили в партийной школе. Он дал Крыму автономию, без которой была бы невозможна Крымская весна. Снизу соображения большой политики были понятны мало. Все ждали чудесных решений. Были те, кто эти решения обещал. Багров не обещал невозможного и потому не стал президентом Республики Крым. В политику он еще вернется. Будет депутатом Крымского парламента двух созывов. По мере сил будет защищать автономию, права которой из года в год урезались и ужимались. Но в его душе главное место уже занял родной университет. В СГУ середины 90-х обстановка была драматичной. Нищета преподавателей и студентов, безнадежная перспектива, прокуренные коридоры, исписанные парты, оборудование, превращенное в хлам. С 94 года Николай Васильевич Багров был профессором и проректором СГУ, видел весь упадок изнутри. А в 99-м он стал ректором. И началась эпоха перемен. Сначала они коснулись внешней стороны. Не с первой попытки, но ректору Багрову удалось вернуть вузу историческое название «Таврический», присвоить имя Вернадского и придать статус национального. Начался ремонт факультетских фасадов. Мало кто верил, что дело пойдет дальше этого. Трудное было время. Но вскоре преобразился студгородок, где заработала своя котельная. Новый вид получила столовая, вырос культурно-спортивный комплекс, были заново обустроены читальные залы библиотеки, аудитории, актовый зал. Однако ректор Багров стремился изменить сам уклад университетской жизни, философию образования и имидж вуза. Нужно было вывести коллектив из депрессии. И тогда впервые за долгие годы студенты и преподаватели услышали голос ректора. Они увидели человека, который отвечает на вопросы любой остроты, который знает, куда идти дальше, который просто говорит с ними. И коллектив доверился новому ректору. Жизнь требовала новых специальностей. Их открыли около 20. Для этого создали новые факультеты. В Севастополе и Керчи основали экономико-гуманитарные институты. Все это заставляло искать новые площади. И ректор находил. Бесценным приобретением стал корпус «Свечка». 9 этажей вместили 4 факультета. Здесь все на мировом уровне. Аудитории, актовый зал, зал для приема делегаций и для защиты диссертаций. Что важно, поскольку в ТНУ начали работу 12 специализированных советов. Отдельный сюжет – компьютеризация вуза. В год назначения Багрова ректором было менее сотни компьютеров.
Это лишало почвы всякое движение вперед. Из преподавателей лишь единицы владели азами компьютерной грамотности. Так что пришлось обучить почти 2000 человек, открыть электронные классы, купить компьютеры. Сейчас их более 1500 и почти все с выходом в интернет. Собственные серверы вместили богатейшую учебную информацию. Модернизация вуза напоминала цепную реакцию. Усиление материальной базы позволяло расширить круг специальностей и увеличить приток студентов, а значит, поступление в бюджет университета. Заработанные деньги расходовались на повышение качества образования и науку. Университет начал решать проблемы, копившиеся десятилетиями. Еще в 1928 году вуз начал создавать ботанический сад на месте нынешнего детского парка, но ресурсов не хватило. В конце 60-х новая попытка на территории Салгирки. Именно тогда посадили знаменитую кедровую аллею. Но в годы развала работа замерла, парк попросту погибал. И снова ректор Багров сделал то, чего другие не могли. В 2003 году, когда за Крымскую землю сражались коммерсанты всех мастей, он добился, чтобы исторический парк Салгирка был отдан университету для создания ботанического сада. И ботанический сад был создан. И стал одним из чудес Крыма. А недавно ему решили присвоить имя Николая Васильевича Багрова. Сегодня ботанический сад – бесценная лаборатория, на основе которой возникло новое направление подготовки – ландшафтная архитектура. Это еще и научно-мемориальный объект, в центре которого – дом со львами. Это бывший Воронцовский особняк. Он тоже был в упадке. Но Николай Васильевич создал здесь научный центр, мемориальную комнату Вернадского, прототип будущего музея ноосферы, начал создавать кабинет минералов. Словом, вернул мемориальное здание к самой активной научной и культурной жизни. Детищем ректора Багрова стал и музей редкой книги, где на открытом обзоре бесценные раритеты научной библиотеки. Некоторые книги датируются 15 веком. Буквально заблистал и зазвучал зоологический музей, более полувека собираемый сотрудниками университета. Посетители слышат здесь голоса птиц и животных. А в 2012 году здесь открылся совершенно новый зал беспозвоночных. ВУЗ начал осуществлять сложные актуальные проекты. Среди них «Атлас Крыма», который завоевал золотую медаль Международной картографической ассоциации. Возникли новые научные подразделения – НИЦ технологии устойчивого развития, Институт спелеологии и карстологии, кафедра ЮНЕСКО и многие другие, иные из которых уникальны. Жизнь университета закипела. Происходил обмен студентами и преподавателями с иностранными вузами, десятки международных конференций ежегодно. Коллектив мог познакомиться со светилами науки. Среди них нобелевский лауреат Жорес Алферов, вице-президент Российской академии наук Геннадий Месяц, академики НАН Украины Олег Кришталь, Элла Либанова и многие другие. В университете прописались ярмарки инновационных технологий. Избрание в 2010 году Николая Васильевича Багрова академиком стало для университета своего рода символом. Среди выпускников вуза бывали будущие академики, но из стен университета они уходили в большой мир, подобно детям, которые покидают родительский дом ради высшего призвания. И лишь теперь стало ясно, что Таврический университет способен не только воспитать выдающегося ученого, он может предоставить ему возможность в полной мере реализовать свои знания и талант. Николай Васильевич все видел в историческом контексте. При нем мемориальная деятельность вуза небывало оживилась. Стали глубоко изучаться университетская история, биография и наследие Вернадского, который посмертно удостоился звания «почетный крымчанин». Появились книги и фильмы о Вернадском, «Проспект Вернадского». Но главное, Багров воспитал в коллективе долг преемственности.
Он превратил развитие ноосферного мышления в уникальную и ключевую задачу Таврического университета. За 15 лет Таврический национальный университет сумел войти в десятку лучших в стране. Стремительные успехи заставили говорить о багровском стиле руководства. Да, это был свой стиль. Когда ректор что-нибудь поручал, то ожидал, что его поймут с полуслова. А для этого нужно было думать как Багров, чувствовать как Багров, дышать с ним одним воздухом, стремиться к одним целям. Так он собрал вокруг себя единомышленников. Каждый знал свой маневр, и один дополнял другого. Говорили, что Багров создал свою команду, а теперь понятно, что он создал огромную семью, где радости одни, но и боль тоже одна. А еще стиль Багрова в том, что он умел высоко поднять моральный дух коллектива. Это по его инициативе в университете стали широко отмечаться День знаний, 8 марта, вручение дипломов, дни факультетов. Особое значение Николай Васильевич придавал Дню Победы. Для нас это праздник нравственного торжества. Для нас этот праздник – это праздник, когда мы передаем эстафету Дня Победы от поколения к поколению, прославляем подвиг наших прадедов, отцов и дедов, завоевавших эту великую победу. Ветеранов ректор всегда встречал сам. Каждый год новый сценарий, новый концерт. Так что и слезы на глазах, и сердце щемит, и уверенность, что помнить будем вечно. Никто не мог бы так полно выразить чувства своего коллектива, как университетские таланты из ансамбля «Артель». Николай Васильевич их поддерживал всегда, и они уже давно душа Таврического университета. Наш ректор ГНУ, виват, 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 моя любовь. Ректор Багров возродил древнюю университетскую традицию. 1 сентября он облачался в мантию и обращался с торжественным словом к студентам. Так было и в 2013 году. Дорогие первокурсники, сегодня в вашей жизни большое, вне всякого сомнения, судьбоносное событие. Вы поступили в университет. Вы стали студентами Таврического университета в год его 95-летия. Осенью Таврический университет отметил 95-летие, а очень скоро начал новую главу своей истории. В университете наступила Крымская весна. Известные ученые, общественные деятели и спортсмены побывали в стенах университета. Выражали поддержку, помогали влиться в научно-образовательную жизнь России. В этой ситуации большую фору Таврическому университету обеспечила принципиальность ректора, проявленная в прежние годы. Тогда, вопреки давлению, он сумел сохранить преподавание на русском языке, кафедры русского языка и литературы, установил прочные связи с вузами и научными центрами России. Теперь все это оказалось востребованным в высшей степени. 31 марта 2014 года Таврический университет впервые посетил министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, который дал старт всестороннему обсуждению идеи создания на полуострове 10-го в России федерального университета. Николай Васильевич Багров одним из первых оценил перспективы грандиозного проекта. В Крыму было множество образовательных и научных учреждений. Их сотрудники всегда были фактически связаны в неофициальную творческую сеть, объединенную общими интересами и устремлениями. Ядром этой сети уже давно стал Таврический университет. Теперь появилась возможность утвердить это интеллектуальное сообщество на организационном и юридическом уровнях.
И вот первые заботы по коренному реформированию системы высшего образования и науки в Крыму легли на плечи Николая Васильевича Багрова. 4 августа 2014 года проект по созданию Федерального университета был официально запущен распоряжением правительства России. Предстояло начать интеграцию ведущих научных и учебных учреждений, разработать концепцию развития нового вуза. Задача в высшей степени сложная, если учитывать сжатые сроки и масштабы преобразований. И в этом случае решающую роль сыграли высокий профессионализм и богатейший опыт ректора ТНУ Николая Васильевича Багрова. Ему удалось наладить взаимодействие между всеми участниками проекта, поставить на службу большому делу возглавляемый им коллектив Таврического университета. Благодаря этому формирование федерального вуза приобрело стремительные темпы. 10 декабря 2014 года прошло первое заседание ученого совета Крымского федерального университета имени Вернадского. Президентом нового вуза был единогласно избран Николай Васильевич Багров. На этом новом посту он трудился с присущей ему энергией и самоотверженностью. Всего за несколько месяцев он успел внести неоценимый вклад в становление университета. Его планы по развитию КФУ превратились в незыблемые ориентиры для всего коллектива. 3 апреля Николай Васильевич презентовал в университете очередной завершенный проект – фотокнигу «На пороге столетия. От Таврического университета до Крымского федерального». На основе уникального университетского фотоархива Николаю Васильевичу и его коллегам удалось визуализировать все этапы истории главного Крымского университета с момента его основания в 1918 году до нынешних дней. Николай Васильевич придавал этой книге большое значение. Говорил, что она должна стать для его ректорской деятельности своеобразной символической точкой. Коллеги не верили, шутили, что это лишь многоточие. После презентации Николай Васильевич дал интервью. С 1999 года ректор Таврического университета и был ректором до 2014 года, когда я написал заявление, ушел по собственному желанию с должности ректора, после чего был избран президентом Крымского федерального университета. Если коротко, это самые счастливые дни в моей жизни. Я делал добро, делал то, что сегодня надо людям, и то, что ими будет востребовано еще многие-многие годы. И то, что я оставил после себя, ну, мне приятно было, грустно, конечно, покидать, потому что прощаешься с любимым делом. Но ты понимаешь, что есть эволюция, есть закономерность человеческой жизни, и когда-то надо уходить. Это последнее интервью ректора Таврического национального университета, президента Крымского федерального университета Николая Васильевича Багрова. 21 апреля его не стало. Близко знавшие Николая Васильевича хорошо помнят его фразу: «У каждого из нас свой маятник времени. Он вместе с судьбой делает нашу жизнь неповторимой. Хочется верить, впереди новые задачи. Бой продолжается». Горько сознавать, что бой закончился. Закончился внезапно, на едином вздохе, в разгаре трудов, в порыве больших начинаний. Самоотверженным созидателем Николай Васильевич вошел в историю Таврического университета и навсегда останется в ней, как Таврический университет навсегда остался в его душе. Лучшая память о человеке – это продолжение дела его жизни. Сегодня мечты и проекты, которые не успел реализовать Николай Васильевич, воплощают в жизнь его последователи. Открыт музей КФУ, в штате которого собрались специалисты-историки, готовые по крупицам собирать сведения о славном прошлом высшей школы в Крыму. В
Фонды музея составили документы, фотографии, книги, исторические реликвии, которые в течение многих лет собирались энтузиастами, работающими на разных кафедрах и в разных подразделениях университета, передавались в дар вузу, Государственным архивам Республики Крым, Центральным музеям Тавриды и другими научными и мемориальными учреждениями. Роскошный ботанический сад, который был создан благодаря усилиям и настойчивости Николая Васильевича, представляющий большую научную, учебную и культурную ценность, сегодня носит его имя. В саду открыта аллея ученых. На ней увековечены представители крымского краеведения, которые изучали и пропагандировали природные, исторические и культурные достояния Крыма. Плеяда выдающихся ученых, которые связали свою деятельность с первым высшим учебным заведением на полуострове, увековечена перед центральным входом в университет на аллее академиков-выпускников. В главном корпусе открыта постоянная экспозиция, посвященная академику Николаю Васильевичу Багрову. В ней представлены уникальные документы, книги, рукописи Николая Васильевича, фотографии из семейного архива Багровых. Один из ценных экспонатов – это книга «Миры академика Багрова», которая подарила возможность глубже вникнуть в мысли и лучше понять его планы. Сегодня это уникальный исторический научный источник, по которому можно проследить эволюцию идей, мировоззренческих позиций великого ученого и общественного деятеля. За свою жизнь Николай Васильевич сумел создать коллектив единомышленников, которые бережно хранят и приумножают огромное наследие, кропотливо созданное поистине уникальным человеком.